Городские власти в очередной раз намерены упорядочить работу стихийного рынка около торгового городка. Жители окрестных домов не устраивают мусор и шум, продавцов – отсутствие обустроенных торговых мест. Рынок по улице Свободы со стороны и впрямь – стихийная ярмарка. Несмотря на регулярные рейды сотрудников администрации и штрафные санкции за нарушение правил розничной торговли, продавцы продолжают устраивать торговые точки, ибо торговать здесь все же выгодно. А вот знаете, что хотят убирать отсюда вот этот вот рынок? Ну, это уже воля властей. Расстроитесь? Конечно. Будете где-нибудь в другом месте? Придется искать другое место где-нибудь. А вообще здесь удобно? Нормально, удобно. А чем? Народ проходит, и вокзал, то все-таки. А если уберут, расстроитесь? Конечно, расстроимся. У меня пенсия маленькая, 8 тысяч. Всех загоняют в вонючие места. Кто? Вот когда вообще вот на Первомайке вот ходит. А вы на Первомайке хоть раз покупали там, где вот куда загоняют? Там дышать нечем, вонь одна. А тут свежо, хорошо, и все видно. Здесь очень удобно. Проходит, народ проходит. Очень удобно тут. А часто покупают? А? Часто покупают. Да. Покупатели давно привыкли к такому соседству и видят в нем в основном все же положительные моменты. Да и прохожим торговые ряды не мешают. Скажи, пожалуйста, вот когда здесь хочешь, не мешает тебе этот рынок? Да нет. А покупаешь что-нибудь здесь? Нет, не обращай внимания просто. Не мешает вот этот рынок? Нет. А вот говорят, что хотят его убрать. Что думаете по этому поводу? Ну, я считаю, людям все равно нужно где-то что-то купить. Нет, с работы идут, все тут покупают. Мне не мешает. А вот то, что хотят его убрать, расстроитесь по этому поводу? Да не знаю, мне не мешает, я здесь хожу на автобус. Да нормально. А сами покупаете здесь что-нибудь? Да. А если его вот отсюда уберут, расстроитесь? Плохо будет. Почему? Ну, а где еще покупать-то? Для нас очень хорошо. Вот мы купим чего-нибудь, чего нам нужно-то. Тут нам устраивает нас. То есть он вам не мешает? Нет. А часто покупаете здесь? Да, каждый день. Удобно? Удобно, очень даже. Конечно, от стихийного рынка остается много грязи. А в то время, пока идут войны с незаконной торговлей и желанием продавцов продать побольше, а значит и заработать, на глазах разрушаются торговые павильоны. А ведь наверняка им стоит просто привести площадь в порядок, и всем найдется законное место.